Hi, my name is David Taflovich, and I'd like to take the opportunity to tell you about the work of my friends over at the European Publishing Group, Capital City. Simply put, their specialty is the reprint of old books, and the books that they create are true masterpieces. And about a year or so ago, when I was told that they were creating a new project, I decided that I would also like to take part in it. This new book is based off the fairy tale of Pinocchio, and is called Buratino. With new heroes, new adventures, and incomparable illustration, this book is sure to appeal to any child. While they have not done this in the past, I suggested that as the book nears completion, we should debut it on a diverse and creative platform such as Kickstarter. We hope to acquaint more people with this new project. We are currently in our crowdfunding stage and come to you with not only preferential pricing, but with mobile games, audiobooks, a cardboard puppet theater, and a coloring. And for those who would like to take part in the history of this book, we offer a chance to participate in the publication of this book as well, with your name amongst co-publishers. Создание издательства «Стольный град» совпало с временем рождения моего младшего сына и обнаружил хроническую нехватку именно качественной детской литературы. Многие шедевры прошлого, как в изобразительном искусстве, так и в литературе, незаслуженно забыты и отодвинуты на второй план. И вот специализация издательства «Стольный град» — это именно репринты старинных детских книг. То есть это именно обусловлено моим как бы хобби и интересом к детской литературе. Наметилась тенденция к возврату все-таки к книгам на бумажном носителе. Согласитесь, что рассматривать картину на планшете и в Лувре – это две большие разницы. Повинна бути паперово друкована книга, и тоді цивилизация выживет. Ничего не заменит друковану книгу. Мы добились максимальной детализации и в виде факсимильного репринта, который абсолютно точно воссоздает технологию столетней давности, повторяя буквально абсолютно все, начиная от бумаги и технологии ее производства. Повезло, что подобралась вот такая команда, которая просто справилась с и техническими, и с литературными трудностями. Это не просто издание книги, это целый проект, причем проект публичный, и принять участие в нем, в реализации этого проекта может каждый. Ну, я думаю, что какая бы ни была замечательная идея, без хорошего материала хорошей книги не получится. Прототипом сказки Буратино является известная сказка «Пиноккио». Но в пересказе Толстого это получилось не то, что другая версия, это получилась совершенно другая история. У Алексея Толстого эта книжка получилась гораздо добрее, душевнее и интереснее, чем его прототип Буратино в английской версии сможет пробиться к западному читателю по одной простой причине. Упор в издательстве данной книги мы делаем в первую очередь на рисунках. Работа длится больше года. Я протестировал десятки художников в течение, наверное, полугода, прежде чем остановился на том художнике, точнее художнице, которая работает над книгой сейчас. Каждый рисунок данной книги является маленьким шедевром. В первую очередь рассчитано на детей младшего школьного возраста, но, разумеется, и на коллекционеров. Мы выпускаем также компьютерную игру для детей, аудиокнигу и различные аксессуары. Решили разместить данный проект на различных краудфандинговых площадках для того, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в данный проект. Большую часть тиража мы просто раздаем бесплатно в школы, детские садики, дошкольные учреждения. Ця книга буде, я думаю, абсолютно прецедентним виданням, яке я б радив купити всім. Будет прекрасным подарком для любого ребенка,